Он упал с высоты 5000 метров и даже не получил переломов. Его достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Его ученики – чемпионы мира. Заслуженный тренер России по кёкусинкай карате. Здравствуйте все, кто меня слышит. Мне выпала честь поздравить, я думаю, большую часть людей, которые занимаются кёкушином. И в первую очередь я хочу пожелать вам самого простого – быть чистыми, быть любимыми, быть добрыми и быть справедливыми. Эти качества для воина очень важны, потому что именно в бою каждый человек показывает, на что он способен и что он может. Я хочу, чтобы наши спортсмены, тренера, учителя, преподаватели не имели ни физических, ни психологических травм. Хочу, чтобы вы верили в свои силы, знали, что вокруг вас друзья, и верили в чистоту этой жизни. Еще раз всего вам самого хорошего. Спасибо, что вы меня слышите, и желаю вам добра.